911. Алло, меня закопали. Помогите мне, помогите, мне нечем дышать. Сэр? Я в гробу под землей, помогите. Пришлите кого-нибудь. Сэр, чуть помедленнее, как вас зовут? Пол Конрой. Хорошо, мистер Конрой, где вы находитесь? Не знаю, я в гробу, не знаю где. Помогите, что страшно. Вы в гробу? Да, вон деревянный старый гроб. Похоронный бюро? Нет, не знаю, нет. Сэр, как вы оказались в гробу? Меня сюда положили. Гроб? Да. Пожалуйста, помогите. Вы говорите, вас закопали? Да, я водитель американец. Вы знаете, где находится? Я же говорю, где-то в Ираке. Помогите. В Ираке? Да, я водитель грузовика, американец. Работаю на карте. Сэр, вы солдат? Да нет, послушайте, я шофер, американец. Гражданский служащий. Работаю в Ираке. На нас напали в Баркуме. Я не всех представляю.